Приветствую вас, друзья! В последнее время у меня на канале часто выходили видео про различные биржи, перспективные токены для инвестиций и так далее. Но не стоит забывать, что в крипте можно зарабатывать и без вложений, участвуя в различных дропах и активностях от проектов. И в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам как раз о примере одного топового проекта, в котором можно получать токены за выполнение различных активностей. Но сначала подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск видоса. Называется проект ZK-Link. Для начала давайте взглянем, что он из себя представляет. ZK-Link является довольно сложным и масштабным блокчейн-проектом. Если говорить вкратце, то он представляет собой инфраструктурное решение для разработчиков DApps, которое позволяет создавать высоколиквидные и безопасные приложения сразу во множестве блокчейнов, причем делая это максимально просто. ZK-Link предоставляет разработчикам DApps весь необходимый инструментарий, который позволяет запускать приложение сразу в нескольких популярных сетях. На данный момент список поддерживаемых блокчейнов, с которыми работает ZK-Link, включает в себя Ethereum, ZK-Sync, Linea, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche, Starknet, Arbitrum, Optimism и Base. В будущем же этот список будет расширяться и пополняться новыми блокчейнами. Однако тут команда ZK-Link в первую очередь старается добавлять зарекомендовавшие себя сети с высоким уровнем надежности. То есть получается, что создавая децентрализованное приложение на базе ZK-Link, оно сможет взаимодействовать с более чем десятком других популярных сетей. И это несет в себе сразу несколько преимуществ. Самое главное из них – это ликвидность. Сейчас блокчейнов экосистем существует довольно много, и общая ликвидность крипторынка не концентрируется в одном месте. ZK-Link как раз и может стать таким агрегатором ликвидности, позволяя как самим DApps, так и их пользователям получать безопасный доступ к активам из любых поддерживаемых сетей. Для этого у ZK-Link используется много довольно сложных инструментов с объединением и унификацией стейблкоинов. Но сильно подробно я на этом останавливаться не буду. При желании вы сможете самостоятельно изучить документацию ZK-Link по ссылкам в описании. Также ZK-Link существенно упрощает процесс взаимодействия с кросс-чейн DApps для пользователей, что в свою очередь приводит больше людей в DeFi и еще больше увеличивает ликвидность и объемы. И примеры реализации решений на базе ZK-Link уже существуют. Например, биржа ZKX, которая позволяет торговать криптодеривативами на блокчейнах Starknet, ZKSync и Linea. Или мост ZKJump, позволяющий в пару кликов переносить активы между любыми сетями. И получается, что ZK-Link будет полезен в первую очередь разработчикам DeFi приложений, существенно облегчая их работу. Однако и для нас с вами, простых криптанов, ZK-Link также является довольно интересным проектом. Ведь у него планируется запуск собственного токена. Называться он будет ZKL. Эмиссия его будет ограниченной, а использоваться токен будет для оплаты услуг проекта ZK-Link и получения доступа ко всему инструментарию. В данный момент токен еще не запущен, но команда ZK-Link официально подтвердила, что у него будет airdrop среди сообщества. Сейчас команда ZK-Link активно выстраивает комьюнити и проводит множество различных активностей. Например, сейчас на Galaxy проходит кампания Summer Tour, где можно зарабатывать баллы за выполнение еженедельных заданий в социальных сетях. А также скоро планируется запуск масштабной кампании ZK-Link Odyssey, в которой пользователи смогут получать баллы за активность сразу в 13 блокчейнах и DeFi проектах ZK-Sync, Layer Zero, Linea, Base, Optimism, Mantle, Arbitrum, Polyhedra, Stargate, ZKX и ZKMe. Плюс в ходе ZK-Link Odyssey будет действовать и реферальная программа, с помощью которой можно будет набрать еще больше баллов. Проходить все это дело будет также на платформе Galaxy,
Однако точных подробностей в данный момент неизвестно. Запуститься компания ZK-Link Odyssey должна будет в течение этой недели. И когда это произойдет, я выпущу еще одно видео с подробным обзором активностей. Участвуя в данной компании и зарабатывая баллы, можно будет получить дроп токенов от перспективного проекта. Так что пропускать такую тему точно не стоит. Поэтому подписывайтесь на канал и заглядывайте в социальные сети ZK-Link, чтобы не пропустить старт компании. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.